Военнослужащие народной милиции ЛНР успешно проводят наступательные действия, освобождая города и села Луганской народной республики. Вторая гвардейская отдельная мотострелковая бригада в ходе наступления освободила промышленную зону города Рубежная и продолжает продвижение в направлении Северодонецка. Ориентир 3, право 005, дальность 1030. Рассеиванием по фронту огонь. В зоне ответственности 2-й стрелковой роты под руководством командира роты была предотвращена попытка прорыва украфашистских войск из населенного пункта Приволи в направлении населенного пункта Рубежное. Противник понес потери и вынужден был отступить.